Турецкие следователи нашли доказательства убийства известного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи благодаря записям на его наручных часах Apple. Об этом сообщает проправительственная турецкая газета Sabah Daily. Устройство было синхронизировано с телефоном, который журналист оставил своей невесте перед тем, как зайти в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Аарон Блейк, старший политический корреспондент газеты «Вашингтон-Пост», говорит: «Похоже, что существуют убедительные доказательства, которые могут быть предъявлены общественности. Вопрос заключается в том, когда это будет сделано. Турецкие власти утверждают, что у них есть видео и аудиозаписи. Американская разведка перехватила данные, согласно которым можно предположить, что наследный принц Саудовской Аравии причастен к попыткам заманить Хашкаджи обратно в Саудовскую Аравию». Накануне газета «Вашингтон-Пост» сообщила, что турецкие власти продемонстрировали американским правоохранителям видеозаписи, которые доказывают, что исчезнувший журналист был убит. Эр-Рияд отрицает свою причастность к произошедшему.